30 июля 1963 года газета «Известия» сообщила о предоставлении политического убежища в СССР гражданину Великобритании Киму Филби. Западные информагентства сообщили, что Филби был советским разведчиком, завербованным еще в студенческие годы в Кембридже. С 1940 года Филби работал в британской разведке МИ-6, где занимал ответственные посты. Больше 20 лет он передавал советской стороне секретную информацию.